Да. Да, да, да. Ой, сразу, что ж такое? Что ж такая ревность, а? Дуаник. Сразу, иди сюда. Иди сюда, скажи. Это мне поцелуй, мама воздушный послала. Джоник, разве можно так делать, а? Ты защитил, да. Ну, Олег Алексеевич меня не обижает. Нет, нет, нет. Вообще не обижает. Нет, никогда. Но я знаю, что ты защитник у меня есть, да. И ты мне такой воздушный поцелуй, да. Я говорю, а без меня Джоник запускает Олега Алексеевича внутрь. Ну, хорошо, Все питаются. Настя, Люська. Только Люська. Люся, ну что ты сидишь, как всегда та казацкая? Скромница, скромница. А киньте ей гость туда. Ну что же она такая? На. Хозяин. Я поняла, да, по шамой, вот так, да. Конечно, кушать хочется, конечно, да. Любовью, да, такие орехи, ага, не каждый принесет, не каждый, да. Целую пачку. Вот только стоит сказать, и все, и он начинает резать. Так не можно. Джоня, так не можно. Ты же хороший. Аж глаза попить, копейки, иди сюда. Что? Драться будем, говорить? Шага. Что? За женщину драться, нормально? 8 марта прошло, Джоня. Да. Но. Ты своей вот этой вот такой любовью сумасшедшей, понимаешь, не даешь ни в вольер войти. Так бы общались нормально. Что такое, скажи, что ты вообще нормально, скажи ему. Хаюш. Не, иди. Мама, иди кушай, иди. Не, я не ревную. Иди кушай. Иди. Я понимаю, кушать надо. Ты ж сирота, ты моя казанская. Да. Люсь. А, Люсь? Люся. Ладно, вон сидит. Слышишь? Люсь. Ждет. Эти животные, тут и насмеешься, и наплачешься, да? Это да. Да. Посмотри, буду рвать, как тут грелку. Идет, за одобрением идет. Да, защитник. Мама, вот так, да. Но агрессии в нем нет. Ни к носухам, ни к Люське, ни к людям. Все, Люсико, иди. Дайте я ей хоть гость кину. Ну что ж такое? Люся. Пришла. Сейчас папа придет, Люся. Так, я отхожу. Олег Алексеевич идет. Все-таки заходит внутрь. Я, конечно, не пойду, чтобы не драконить Джоню. Но для вас постараюсь снять. Нет, Алексеевич, конечно, бесстрашный человек. Ну, слава богу. Смотри отсюда, Дарья. Люсико! Ой, как они сидят тут в центре, а они по кругу. Люся, иди бери, иди. Шмык. Иди что-нибудь найди. За спиной Джоника такая ты-ды-ты-ды-ты-ды-ты. Люська цветом от носух вообще не отличить. Ей надо только научиться хвост вверх поднимать, как носухи.
выросли, как на сухе. Куська такая перепилка. Джонни повернулся с усе. Люся полные щеки набила. Он как удавка. Ко мне, мои бадылоги. Так Джонник на сухе вокруг. Люська смешалась с толпой на сух. Вообще не сразу поймешь. Джоня, Джоня. А как она спит? Клубок из носух, и она сверху у них ложится. Она у них стала атаман. Да. Куда Люська, туда все носухи. Люська королева. Носушар. Ей тепло, она из них делает себе мягкую постель. Тут же куры ходят, все подбирают. Петушки, курочки, ничего да не пропадает. А мы поехали дальше.